Отсутствие информации о том, как высчитывалась в Петербурге дополнительно начисленная на каждого горожанина мзда за якобы потребленное им сверхнормативов тепло, вызвало очередную волну недоверия населения к управляющим компаниям. Жители не верили людям, не способным даже снег вывести, не то что честно распределить якобы имевший место перерасход. В итоге горожане стали массово отказываться платить за коммунальные услуги. Начались судебные тяжбы. Житель Кронштадта Александр Пономарев потратил не один год на выяснение истинных причин переплаты за коммуналку. По 13-й несчастливой квитанции его обязали заплатить 4 с лишним тысячи рублей. В итоге что? Вот эта цифра, суммарное отопление и горячее водоснабжение, стоимость. А разница, это как раз моя горячая вода, за которую я тоже заплатил. Но они с меня еще раз за нее взяли в виде 13-й квитанции. И со всех жителей Санкт-Петербурга, в частности, тоже, как выяснилось. Личное расследование Александра выяснило, что труба, поставляющая тепло в его дом, внезапно раздваивается, и часть отопления идет на горячую воду, а часть на батареи. Что говорить о счетчиках, об их существовании Александр и знать не знал. Поэтому пока судебная тяжба только затягивается. Но благо сейчас ситуация изменяется. В трех районах города в прошлом году управляющая компания «Проминвест» провела детальный сбор информации, и теперь каждый рубль, потраченный на конкретный дом, под контролем. Таким образом, на каждый дом мы собрали все затраты, который понес дом, в том числе на текущий ремонт, на обслуживание дома, на обслуживание придомовой территории. То есть то, что наиболее интересует жителей, да, это то, куда мы тратим, собственно, деньги, которые вы нам платите. Отдельный вопрос квитанции об оплате. На данный момент в нее внесены коммунальные и жилищные услуги. Но самый большой интерес у горожан вызывает рост тарифов. Бухгалтеры сетуют. Как только комитет по тарифам поднимает цены, хоть бронетранспортер ставь. Все тарифы, которые находятся в счет квитанции, они утверждены комитетом по тарифам правительства Санкт-Петербурга. Ничего в квитанции дополнительного не включается ни зимой и ни летом. Если возникают юридические споры, к примеру, отключили воду или некачественно выполнили кровельные работы, то жителям советуют сразу же обращаться в ЖКС и требовать перерасчет. Любые отказы и предлоги незаконны. Для того, чтобы защитить свои права и получить перерасчет за неоказанные или оказанные с ненадлежащим качеством коммунальные услуги, потребитель, то есть наше население, жильцы квартир, они должны обратиться в свою управление компанию с письменным заявлением или устно, или по телефону. И в соответствии с правилами предоставления коммунальных услуг им обязаны сделать перерасчет. Уже сейчас известно, что 13-ю квартплату на федеральном уровне официально отменили. Но раз за разом из районов Петербурга раздаются возгласы недовольных горожан. Несчастливый квиток, как черная метка, продолжает приходить снова и снова. Дмитрий Блинников, Евгений Богатов, Кирилл Ершов. Петербургская неделя.